Я сейчас! Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Уокер! Двигай вагон! Живо! Уже иду. Лили со мной. Джерси отправили предупредить другие поселения. Значит, все серьезно. По рации передали. Такой мощной атаки еще не бывало. Я серьезно. Чего мы ждем? Пошли, заработаем по медальке. Джерси. Медицина тут бессильна. Сейчас или никогда. Надеваю броню. Тогда давай побыстрее. Прогоним этих тварей. О, жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть! Это даже круче, чем я думал!
когда ты наденешь броню. Думаешь, зря? Завидуешь, Лили? А то! Я стала бы самым юным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотритами. Скоро буду. Помнишь, что в академии рассказывали про рейнджерскую броню? Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Тетя Проули, герой войны, рейнджер и всем пример. Особенно для Лили. Когда мои родители умерли, растила меня. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний. Иди сюда! Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Ты что за хрень? Я не вижу такую махину. Тем проще целиться. Не может быть. Он же мертв. Генерал Кросс? Берите первое поколение! Всех остальных убить! Генерал Кросс. Большой злодей. Глава правительства. Призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Осторожно! Черт! Отпусти меня! Ты урод! Держись!
Брули. Эрвина Проули, это ты? Я думал пощадить всех уроженцев Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя сделаю исключение. По старой памяти, Эрвина. И... Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь. Так, попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди! Ты чё творишь? Я ж в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Значит, это всё? Всё, что осталось? Выживших пара десятков. Мы еще разбираем завал. Я видел Проули. Генерал Кросс. Он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила... Что правительство вернется? Они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть. А ведь правда.
Надеюсь, ты мне что-нибудь оставила, Роули. Уокер, крысиный дозор. Я пришел за сведениями о своей... о сержанте рейнджеров Эрвине Проули. Запрос обрабатывается. Отмена протокола. Уокер, если ты видишь это послание, нас потрепали сильнее обычно. Скорее всего, я мертва. А вилла разрушен. Это также значит, что ты последний рейнджер. Правительство вернулось, и его надо остановить. Все эти годы я не давала тебе присоединиться к рейнджерам. Я предвидела, что они старшие могут стать мишенью. Надеялась, что ты выживешь. Ты мое секретное оружие. Прости, что не говорила тебе всей правды. Я даю тебе доступ к главному ковчегу Винланда и всем его технологиям. Старый морозильник. Я... твои родители. Все старшие лежали там несколько веков, как замороженные куриные тушки. А потом восстали и надрали правительству задницу. В ковчеге есть распределитель ID-сертификат. Считай его моим подарком. Это устройство активирует нанотриттер в крови и дает тебе сверхчеловеческие способности. Иначе не скажешь. Войди в ковчег и включи устройство. Сейчас узнаем, что ты для меня припасла, призрак Проули. Даже с того света продолжает командовать. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 401А. Засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее. Ну, была не была. Добро пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть. ID-сертификат «Рывок» для уклонения от вражеского огня. Попытка не удалась.
еще раз. Повторите. Повторите попытку. И еще раз. Хорошо. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Рывок». Кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Как странно получать приказы от мертвой тетушки.